электробалалайка и баян. Необычное сочетание. На сцене Одинцовской библиотеки номер 1 дуэт «Богатые и знаменитые». Мы представим программу практически всю авторскую. Будут новые песни, будут песни, которые наши хиты, которые знают все. Владимир и Тигран знают друг друга с детства, играли в одной группе и решили продолжить свое музыкальное творчество. Программа в основном экспериментальная, говорят исполнители. В этом году мы начали сезон, наверное, назовем это так. Это «Квартирник» в русском стиле. Группа «Богатые и знаменитые», Тигран и Владимир, балалаечник и баянист. Этот стиль очень близок нашим горожанам. Серия музыкальных «Квартирников» в библиотеке продолжится с обязательным соблюдением всех мер безопасности. В следующий раз можно будет послушать индийский ситар. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».